Федор Чев. «Гус на костре», читает Павел Беседин. Костер сооружен, и роковое, готово вспыхнуть пламя. Все молчит, лишь слышен легкий треск. И в нижнем слое костра огонь предательски сквозит, дым побежал, народ столпился гуще. Вот все они, весь этот темный мир, тут и гнетомый люд, и люд гнетущий, ложь и насилие, рыцарство и клир. Тут вероломный кесарь, и князей и имперских и духовных соном верховный, и сам он, римский иерарх своей непогрешимости греховной. Тут и она, та старица простая, не позабытая с тех пор, что принесла, крестясь и воздыхая, вязанку дров, как лепту на костер. И на костре, как жертва пред заклятием, вам, праведник великий, предстоит, уже обвеян огненным сиянием. Он молится, и голос не дрожит. Народа чешского святой учитель, бестрепетный свидетель о Христе и римской лжи суровый обличитель в своей высокой простоте, не изменив ни Богу, ни народу, боролся он и был необорим за правду Божию, за ее свободу, за все, что бредом назвал Рим. Он духом в небе, братской ж любовью, еще он здесь, еще в кругу своих. И светил он, что собственную кровью, Христову кровь, он отстоял для них. О чешский край, о род единокровный, не отвергай наследие своего, о доверши же подвиг свой духовный и братского единства торжество. И цепь порвав с сиротствующим Римом, гнетущую тебя уж так давно, на гусовом костре неугасимом расплавь ее последнее звено.